Всем привет! Итак, продолжаем мы, и мы идем за поиском руки. За поиском руки. Есть у меня... Так, дробовик, у меня патронов мало. Давай-ка я дробовик оставлю. Что там, патронов все равно мало. Смысл от него. Так, ключ нам не нужен. Горелка у нас есть, аптечка есть. Погнали. Что за шум тут такой? Чё хлопает-то все. Так, а где у нас руку-то еще найти-то? Блин, я не помню даже, где искать-то ее. Где-то второй этаж, где появилась... Так, где появилась бабка? Так, подождите. Это же было в другом доме-то, не в этом же. Рука же была в другом доме. Вот там по тропке, который, да? Где куча насекомых. Ну да, да. Вот тут. Опять открывание головой. Жуткая атмосфера меня реально сводит с ума. Так. Это где-то вот налево, вот там было, вот где яма. Да, 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 все правильно. Вот это было здесь. А, кстати, вот этот дом я не просвечил вроде, да? На эти стимуляторы. Ой, сейчас будет жуть, а. Ой-ой-ой. Так, музычка пошла уже. Музычка пошла. Так. И нам нужен фонарь, да? Вот этот фонарь отнести. Что там, какое-то пианино играет. Пойдемте, пойдемте. Только потихонечку. Так, тут пианино тут стучит прям. Кто здесь? Вот, вот этот фонарь. Сейчас фонарь повесим. Жуть. Так. Аллигатор. Страшный, страшный аллигатор. А я жуть. Фонарь. Фонарь, не тухни. Мне так тут стрёмно, блин. Что, не хватало, чтобы фонарь потух? А! Да ё-моё, вы чё? Звери. Чё так темно-то стало? Блин. Кто-то мне мячик бросил. Да капец. Что же вы со мной делаете-то, а? Хотите, чтобы я обделался тут, что ли, блин? Так. Какая-то картинка. Эделина. Хорошо, Эделина. Хорошо, Эделина, хорошо. Да ё-моё. Блин, тут такие звуки. Ну, вообще атмосфера просто...
Что такое? Так, ну ладно, это всего лишь плюшевый мишка в кресле-качалке качается. Ничего страшного тут нету в этом. Господи. Да. Так, патронов у меня много. Так, кораблик. Разрушенный кораблик. Плюшевый медведь. Давайте посмотрим. Что ты нам скажешь хорошего? Ничего у тебя нету? Что-то чавкает, как будто плесень это, блин, подвальная. Как будто плесень подвальная. Блин, точно плесень, ё-моё. Ну, капец, сейчас с плесенью, блин, а у меня и дробовика нету, и патронов на них. Плесень, это нехорошо. Господи. Вот куклами бросайтесь там. Так, с ней что-то не так. Да уж понятное дело, тут с вами со всеми что-то не так немножко. Так, дверь закрылась. Тут со всеми вами что-то не так, совсем уже. Ох ты, морда. Блин, фонарь вообще не высвечивает ничего. Еще и тухнет наполовину. Держись от меня подальше. Кто это сказал? Это же не я говорил. Так, ладно, будем держаться подальше. Так. Давай в футбол поиграем. Ой. Зачем я стал играть в нее? Лучше какой-нибудь Майнкрафт играл бы веселый. Зачем я эту жуть стал играть? Скажите мне, пожалуйста. Мне ни черта не видно. Кромешная темнота. Так, домик какой-то. Хорошо. Кто? Кто здесь? Так, хорошо. Что с этим домиком делать? Так, вращаем. Так, что это такое нарисовано? Домик. А, домик нарисован. Так, и как повернуть-то? Так. А, вот что. Японо-городовой. Это что здесь? Это девочка-мумия, что ли? А вот и куколки, да? Этой девочки. Так, ну давайте подойдем. Не укусится она хоть? Так. Рука серия D. Это значит та рука, да? Ой, какая девочка красивая. Ой, мама родная. За что мне такое наказание? Что я плохого сделал в этой жизни? Да уж. Давайте берем тогда. Ой, фу-фу-фу. О боже, наверное, это она.
Да точно она уж. Поверь. Так, что сейчас будет? Сейчас что-то ужасное будет, да? Ой. Там девочка. 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 Что происходит? Бля, походу нас сваливают, да, отсюда? Блядь! Давайте просто убью. Да дай мне уйти, блядь. Тварь такая. Как так-то? Просто так взял и убил? Ну, блин, не может так быть-то, что просто взял так и... Давай, иди сюда. Так, я так понимаю, их много там, да? Надо просто бежать тогда. А, просто убежать отсюда. Так, давай, давай, давай. Бля, он еще бегает, не бегает, непонятно. Так, куда надо бы? Вон он уже. Вылезают. Твари. Так, куда, 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 куда? Да отвали ты от меня, а. Пожалуйста. Можно я уйду просто, и все, я не буду вас трогать. Ушел? Блин, ушел вроде. Походу там сейчас они еще будут, да? Найдите ингредиенты. Все, мне уходить надо. Ой, блядь. Да что ж такое-то, а? У меня точно сердце остановится с вами тут, блин. Ну как, нашел? Да, нашел. Мы, правда, сможем изготовить из этой штуки сыворотку. Не волнуйся. Как изготовим сыворотку, выберемся отсюда вместе. Буду ждать тебя в автоприцепе. Хорошо, давай. Давай авто, в автоприцепе. Так, ну и... Так, что у меня со здоровьем? Здоровье у меня слабовато, но пока тяну. А, мне кажется, сейчас будет, да? Жопные дела творится. Так. Должны сейчас нападать по-любому на меня сейчас. Какие-нибудь мерзостные твари. Я думаю, точно должны. Февраля 1802 год. А, это картина. Уф-уф-у. Так, пойдемте посмотрим, что она там. Что она меня там ждет? Так, а я, получается, без пистолета быстрее бегаю, что ли? Или не, или так кажется? А, да нет, одинаково. Значит, так кажется. Так, она меня ждет в автоприцепе, да? Хорошо. А что мы имеем? Так, мы имеем руку. И ничего мы больше не имеем. Встретимся с Зоей в доме автоприцепе. Найди ингредиенты сыворотки. Хорошо, пойдем. А ее тут нету. Опачки, здрасте. Так, звоночек в студию. Давай.